Parashat Metzorah la Yom Rvi'i. На среду читаем 6 суким истории, соответствующие букве Вав. Милуй букву Вав имени Священного Бен, чтобы мы получили Бедрашем Нефиш наступающего Шаббата. Я сон, что Диврей Тура Лео Нишмат. Коли вторим на Сахата Мисраэль, Буфуата Мисраэль, Бухану Мифуат Шема. Сарадин Декаме Адамит Каранжела Бат Роза. Дегам Урия Тамар Бат Цвия Шимшон Бен Мазал. Хаим Хилель Бен Ривка. И всему еврейскому народу я сон, чтобы Всевышний послал скорейшее выздоровление. Говорит дальше, что так выдавала коэнет эцбао хайманит мина шемен ашер аль капо хасмалит вихиза мина шемен бэцбао шева пямим лифне адунай. Что делает коэн? Мы вчера сказали, что коэн брал масло и наливал на свою левую руку. Что дальше он делал? Говорит Тора, и обмакнет коэн палец правой руки своей в масло, которое на левой ладони его, и покропит маслом с пальца своего 7 раз перед Богом. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר המנית ועל בוין ידו המנית ועל בוין רגלו הימנית על דם האשם. Из остального масла, которое на ладони его, помажет коэн мочку правого уха очищаемого и большой палец правой руки его и большой палец правой ноги его поверх крови повинной жертвы. То есть сначала намазал его кровью, а потом мазал этим маслом. Говорит Раши то, что мы сказали, перед Богом, кенегет бет кодше кодашим, где он стоял прямо напротив святая святых. Этот прокаженный стоял, и коэн там стоял, там они стояли. Дальше говорит Тора. Ванутар башемен ашер аль кафа коэн, и тен аль рош амитаэр вехипер алава коэн, лифне адонай. А остатки же масла, которое на ладони коэна, польет он голову очищаемого и искупит его коэн перед Богом. Это будет очищение этого прокаженного. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו ואחר ישחט את העולה. דאש גברית תורה. И принесет коэн греха очистительную жертву и искупит очищаемого от нечистоты его, а затем зарежет он жертву всесожжения. То есть была ола, уже хатат. דאש ועלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה וכיפר עליו הכהן וטהר. И возложит коэн жертву всесожжения и хлебный дар на жертвенник. И искупит коэн очищаемого, и станет он чист. Говорит Раши, «Веэта минха, минхат несахим шель бехема». Что это? Что за минха? Это минха, это курбан возлияния. Было из масла, было из вина. Здесь это из муки, которые приносили с курбаном животных. Говорили, с каждым курбаном приносилось тоже приношение из муки. ואם דל הוא, ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד, אשם לתנופה לחפר עליו, ויסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה, ולוג שמן. גברי תורה. Если же беден он, этот прокаженный он беден, не может принести 3 животных для жертвы, и нет у него денег, то пусть возьмет 1 барана в повинную жертву для посвящения Богу, чтобы искупить себя, и 1/10 эйфы тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом, и хлебный дар, и лог масла. Вейсарон солит эхад, лекевезе шиву эхад. Для чего это он брал вот эту 1 эйфу муки? Для вот этого барашка. Яви исарон эхад линхасав. ולוג שמן לתת ממנו על הבהונות ושמן של נצחי המנחה לא הוזקק ככתוב לפרש. Для чего это было масло? Для того, чтобы принести из этого על הבהונות, намазать ему на пальцы, на мочки ушей, а масло, которое приносилось вместе с курбаном, как масло возлияния, это, говорит Раши, Тора не должна была нам снова повторять, поэтому это само понятно, как мы говорили, с каждым курбаном было такое масло. Новина сегодня, это продолжение авторы, 18-й пасук говорит так. «Вайхи кедабер иша Элуим эла мелех лемор саатаим сеорим бешекел, усаа солет бешекел, и ека эт махар бешар шамрон». Мы сказали, что того, который стоял в дверях, затоптали. Говорит Нави, почему его затоптали? «И было, когда человек всесильного Бога, имеется в виду пророк, говорил царю, так, 2 сеа ячменя... по шекелю, из сеа тонкой пшеничной муки по шекелю будут завтра в это время.
уварот шомрона. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר והנה אדוני עושה ערובות בשמיים היה כדבר הזה ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. То ответил этот сановник человеку всесильного Бога и сказал, если бы Бог сделал окна в небе, то и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь своими глазами, но есть его не будешь. И так и получилось, что он съест, он, увидеть он увидел, как это все, они пришли в этот лагерь, эти солдаты все бросили и ушли, но оттуда он не сел. ויילוחן וירמסו אותו העם בשער וימות. איתך סבלוס סנים, זטפטל יבו נרות, ורתך איון אומר. דש גברית, סלדושה גלבה, ותקום האישה וטען, אופס, וילישה דיבר אל האישה אשר יחיה את בנה, למור קומי הולכי עד וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. Илиша говорил с женщиной, сына которого он воскресил, вернул ему жизнь, и сказал ей, поднимись, ты и твой дом, и иди живи там, где ты можешь жить, потому что Всевышний решил, что будет голод, и голод будет на земле 7 дней. Шевашаним ераав. Шевашаним, 7 дней будет голод. Ватакума иша, ватааски двар иша Элухим, вателех и увета, ותגר בארץ פלישתים שבע שנים. Издела эта женщина так, как сказал ей Элиша. Она поднялась и сделала по слову человека Бога, пророка, и она и ее дом отправились жить в землю филистимлян. ויהי מקצה שבע שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. И было по прошествии 7 лет. Она вернулась из земли филистимлян. И она пришла и стала плакать и кричать к царю про ее дом и про ее землю. Эль бета ве эль сада шехезику бо газланим. Что случилось там? Забрали это у нее воры, как бы если можно так сказать, грабители. Как сказать, захватили ее дом и захватили ее землю. Она пришла жаловаться царю. Это новина сегодня. Что было дальше, посмотрим завтра. Везрат Ашем. Тувим на сегодня, это Мишле, 25 глава, 5 пасук. Давид. Аминь. То говоришь, Шломо Мелех так. То он говорит так. הגון רשע לפני מלך ויקרון בצדק כסאו. Удалин чтиво от царя и престол его утвердится правдою. Что говорит Раши? הגון רשע לפני המלך אין ציבור נפטרים מעונש עד שיוציאו מתוכם הרשעים ויעשו בהם דין. Община не избавляется от наказания, пока они не уберут из своей среды злодеев и не будут их судить. Мастер, он говорит здесь так, мастер выплавляет серебро и освобождает его от примесей. В кислоту погружает сосуд и отделяет медь от драгоценного металла. Испытывает мудрый царь своих слуг и удаляет нечестивых. Ибо если он окружен негодными министрами, какой ему почет? Царская власть укрепляется теми, кто его окружает и исполняет его волю. Среди праведных он праведник, и власть его прочна. А среди нечестивых долго не устоит. Дальше говорит, что он говорит, «Аль тидхар лифне амелех, лифне амелех, увимком гедолим, аль таамуд». «Не красуйся перед царем, и место великих не занимай». Говорит Раши, «Ляр-от кеводха, лидгаот лифне мише гадоль мимха, китов шо ямру леха, але хена мише того бело рушуто, ве ямру леха це». Что он говорит? Не красуйся перед царем. Раши говорит, имеется в виду человек, пусть не показывает, не выставляет себя на показ перед тем, кто более велик, чем он. Лучше говорить, чтобы тебя пригласили и сказали, давай идем, поднимись сюда, на подиум или еще куда-то, чем если ты придешь без разрешения и тебя попросят оттуда, уйти оттуда. Он здесь говорит так.
Не то увидишь в себе то отвратительное, что скрывал до сих пор. Позор сыну, который садится на место отца без его разрешения. И ученику, который занимает место своего учителя, когда он вышел. Дальше говорит Шломо. Кито амалеха але хена мяшпилха лифне надив ашерау энеха. Ибо лучше пусть скажут тебе поднимись сюда, чем унизят тебя перед знатным, которого видели глаза твои. Мудрого Йосефа подняли из рабов к царскому трону и дали власть над Египтом. А ты берегись, чтобы не унизили тебя перед знатными, как унизили того, кто пришел незваный на пир. Альтецеларив. Ашер уэнеха шедавар зэмет. Он говорит, то, что это справедливость, это истина. То, что написано из глаза твои. Дальше. Альтецеларив махер пен мата асэ бахарита. Беахлим отха реэха. Не спеши вступить в спор, а то, как поступишь, если пристыдит тебя противник твой. Вникни в причину спора, объясняет здесь. Каковы требования противной стороны? Взвесь спокойно все доводы свои и его, а также последствия этого спора. Может быть, ты не прав, а если прав, то насколько важно именно сейчас отстаивать свою правоту? И не окончится ли ваш спор смертельной враждой? Ло тискор ло хамаасе ведофи авотав шемету. Он говорит, тоже написано «Ве сод ахер альтига». Ну, это другой комментарий, не заспер. Пункт дальше. Ривха риветер эха ве сод ахер альтигар. Он говорит здесь так. Спор с противником своим, но тайны другого не открывай. Что значит тайны другого? Объясняет Раши. Ло тискор ло хамаасе ведофи авотав шемету. Не напоминай ему дела и то, что его праотцы скончались. Ты споришь с ним, говори про него. Не надо вспоминать его предыдущие поколения и так далее. И даже он говорит, «Пен яхаседеха, яхаседха шомея, ведиббатха лоташув». Не то осудит тебя тот, кто слышит, и от клеветы не освободишься. Если споришь, спорь во имя небес, но удерживай свой язык от несправедливых слов. Не унижай своего противника и не открывай другим его тайный грех, который известен только тебе. Потому что нет искупления человеку, опозорившему другого. Всесильный не простит за него. Как мы сказали, чтобы не услышал другой человек, не сказал, что ты нарушаешь запрет сплетни. Запрет сплетничать. Это ктувим на сегодня. Я думаю, мы здесь с вами остановимся. Ко мне пришел Равин. И продолжим завтра. Баруха Дунай.